вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И вы, наверное, уже видели такое видео, что бросают предмет, и он четко летит в нужное место. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать такое видео. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится обычная камера, где мы снимем наше видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как и на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Видео перевернем камеру, поставим телефон и подстроим так, чтобы наша емкость стояла с краю и ее было видно. Ну вот, как-то так. Можно немножечко дальше. И теперь садимся на диван и бросаем какой-то предмет. У меня это моток ниток. И так бросаем так, чтобы оно перелетело. Давайте это снимем. Можно снять это несколько раз. Не можно, а нужно. Так, у меня тут кот лежит. Еще раз. Чашку реально не попала. Хотя, если так много дублей снимать, можно и без монтажа попасть. Так, чашечку нужно подстроить. Вот так. Ну, думаю, что так было хорошо. Теперь выключаем видео. Так, и теперь снова включаем видео и становимся сверху и бросаем в нашу чашечку. Так, посмотрим, видно ли мы. А? Теперь как ее отсюда достать? И еще один раз. Вот и все. А теперь выключаем наше видео. И теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа. Все. И добавляем наше видео. И теперь обрезаем ту часть, там где бросок получился лучше всего. В
Вот этот получился у меня лучше всего. Обрезаю в конце ненужную часть. И теперь в начале ищу там, где я бросала сверху нитки в чашку. И обрезаю тот момент тоже, который получился лучше всего. Вот, я нашла. Теперь обрезаем вначале ненужную часть. И теперь в конце обрезаем ту часть там, где я уже достаю нитки. Вот где-то здесь. И теперь уменьшим наше видео двумя пальцами и удалим эту ненужную часть. Выделяем ее и нажимаем на мусорник. Теперь выделяем первую часть, нажимаем на три точечки и дублировать как слой. Теперь немного увеличим. И теперь наше видео, там где я бросаю в чашку, мы удаляем, а слой оставляем. И увеличиваем наш слой до нужного размера. Теперь нажимаем обрезка, маска и обрежем. Вот так. Можно размытие кромки немножко поднять. И давайте посмотрим. И теперь подстроим наш слой так, чтобы когда я бросила, оно сразу же уже прилетело в чашку. Еще немножко подвинем вперед. Ну вот, как-то так. И еще, может быть, немножко. Получилось очень прикольно. И теперь немного продлим наш слой. Так, у нас тут выглядывает рука, поэтому уменьшим и уменьшим наше видео. Нам же не нужна, чтобы наша вторая рука как-то вылазила с ниоткуда. Ну, поэтому мы уберем. Давайте посмотрим. Вау, получилось очень прикольно. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. У тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок. И хэштег хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!